День благоприятен для людей, родившихся в годы мыши, змеи, лошади и свиньи. Благоприятно в этот день постигать науку, изучать астрологию, лечиться, проводить операцию, приглашать в гости друзей, покупать и продавать вещи, приводить невестку, отдавать дочь невесты, усмирять врага и заказывать табан хорюлга. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы обезьяны и курицы. В этот день не стоит вспоминать обиду, начинать конфликт, ссориться и спорить. Стрижка волос – к увеличению силы жизни, отправляться в дорогу, к успеху, исполнится все задуманное. Стоматология – это искусство. Так позиционирует себя концептуальная клиника Аюн Спасовы. Как и ОС, это уникальная клиника с целостным подходом к лечению болезней полости рта. Сначала 3D-диагностика. Врач-остеопат правит тело пациенту, а затем приступает к работе с зубами. Ведь даже идеальную коронку нельзя натянуть на неидеальное тело. Это все равно, что строить дом на кривой фундамент. Только при таком подходе можно получить стабильный результат без переделок, рецидива и осложнений. Приходя в КК ОС, вы выбираете профессионально врачей, лучшее оборудование и уютную атмосферу. Приходите и получите консультацию бесплатно.